Ребят, всем привет! Мы с вами продолжаем проходить игрушечку Call of Duty 4. И у нас еще очередная миссия называется «На Чарли не серфят». И нам нужно найти Аль-Асада. Давайте смотреть, что из этого получится. Я думаю, это будет очень и очень интересно. Поехали! Что Аль-Асад, возможно, находится в одном из зданий западного района города. Мы окружим их и возьмем Аль-Асада. Всем ясно? Приготовиться! Так, ну что, давайте смотреть. Фух. Вижу берег. Вас поняла, стрелок 6-4. Улетаю через 10 секунд. Вас поняла. Да, вот это, конечно, штурм, да? Очень эпично смотрится. Сейчас будем садиться, я так понял. Странные террористы, а? Фух. Так, ну чё, садимся потихонечку. Давай, пацаны. Так. Ну чё, садимся? Да-да-да, смотрите, садимся. Сейчас будем работать. Работает спецназ! Так, пацаны, чё там? Ага, смотрите, полезли, полезли. Ну чё? Давай, погнали. Фуф, понеслась, ребят. Понеслась. Ага, нифига себе ты, чувак, красава. Натянул цепочечку. Так, это свои пацаны. Давай, давай, идем. Кто со мной вообще? Гарнет и... Абрагамсон какой-то. Фиг знает, кто это. Месси Вазгуис какой-то. Так, ну что, давай, пацаны, взрывай это дерьмо. Давай, залетай. Так. Что-то с ним никого нету. Джексон, занять позицию. Да, погнали. Ну что, ублюдки? Здорово. Ой-ой-ой. Да, это было как-то немножко фейлово. Так. Чё, готов один, по-моему? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Это было опасно. Это было очень опасно. Какую нахрен световую гранату, мужик? Не гони. Так, нормально. Отправляемся. Так, хорош, хорош, хорош. Чё это тут? Чё другое место, сколько я тут? Давайте возьмем калаш все-таки. Есть дробаш еще. Офигеть. Не, походим с калашом. Калаш это тема, конечно. Классика. Ага! Смотри, даже снайперка. Очень огромный выбор различного оружия. Прикольно. Так. Чё у нас тут? О, махан, что-то там орёт уже, мужик. Тихо. Всем отрядам! Проверить все трупы! Искать Аль-Асада! Здесь объекта нет, сэр! Здесь Аль-Асада нет, сэр! Центр, говорит Красный Волк! В здании чисто! Аль-Асада нет, прием! Вас понял, сэр! Конец связи! Всем быть начеку! Мне только что сообщили, что Аль-Асад ведет передачу с телестанции в полкилометре отсюда! Да, жесть, конечно. Ну что, по-прежнему продолжаем двигаться к Аль-Асаду. Нужно как-то его захватить, я так понял. Не знаю, получится, не получится. Эту миссию я вообще не помню. Да и, в общем-то, как и все... Как и большинство миссий, я что-то как-то не особо все это дело помню. Сейчас будем смотреть... Сука! Граната, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ай-яй-яй, приятно было. Да, дача, конечно, жесткая. Так, сейчас машина взорвется, я так понял. Да?
Так, ну чё, пацаны? Ёб твою мать. Нормально так. Сука, ты чё там засел, ублюдок? Вылазь давай. Так, хорош. Тихо. Тихо. Спокойно. Нормально, живем. Пацаны, вы где вообще? Так, ага, волны не бегают. Тихо. Блин, еще бы, конечно, прицел какой-нибудь. Так, тихо. Слеповуха, мужик, прячься. Так, это свой парень. О-хо-хо-хо-хо! Чувак с РПГ. Это опасно. Так, вроде как я успел их вырубить, нормально. Тихо-тихо, ты что творишь? Блин, чувак, ты загнулся, сорян. Что-то как-то я не уследил. Что-то нас вообще окружает, смотрите, со всех сторон. Сукин потрох с РПГ гоняет. А-а-а, вот это я поставился. Ой. Поздно что-то я спохватился, ладно. Продолжаем. Сейчас все будет, надеюсь, как надо. Так, ну чё, ага, вон бегут, ублюдки. Так, готовы. Спокойно, тихо. Хана тебе, чувак. Сука, еще откинул, смотри-ка, что творит, а? Ублюдок. Так, слеповуха пошла. Залетаем. Ну чё, как вам, мужики, нормально? Зашла, да? Слеповуха. Так. Ну чё, пацаны, нормально все, потихонечку продвигаемся. Конечно, есть потери. Без этого никуда. Смотри, куда стреляешь! Сзади свои! Ты чё орёшь, мужик, нормально все? Сука, сраные теры. Чё-то орут там на своем. Так, давай возьмем дробаш. Немножко погоняем с дробашом. Тихо. Ах ты сучёныш, я попал все-таки. Так, ладно. Это свой чувак. Так. Ой-ой-ой. Фига себе вы гонщики, блин. Так, ладно. Ну чё, пацаны? Давай проходим. Пробежим по крыше немножечко. Потери, да. Плохо дело. Тихо. Стреляем немножко с пистолета. О, хорош, так классно взорвал. Чувак, ну ты красава, конечно. Так, давайте сделаем вот так. Не раз докину, нет. Все-таки, наверное, не докину. Далековато будет. Не, не докинул. Так, ну вроде как чуваки пытаются взорвать их. Да я вижу, мужик. Так, ну вроде как никого нету. Поэтому давайте побежимся. Погнали, пацаны, давай. Да, давай заходим, мужик. Так. Тихо. Что-то я сюда прибежал в одного. Очень опасно. Очень опасно, рискованно. Кто-то меня шмаляет. Какого хрена, откуда? Что-то понять не могу. Опа. Лови дробь, мужик. Ой, ни хрена вас там, пацанва. Ой, тихо. Охренеть. Да, вот это, конечно, я меткий чувак. Давай, вылазь. Тихо. Сука, да ты умрешь, нет, сегодня уже. Странный ты ублюдок. Фух, ну слушайте, хардкорно, очень хардкорно. Не, что-то как дробаш вообще не тащит. Надо брать... Ой, Да-да. Дробаш не тащит, надо брать калаш. Калаш, я думаю, сейчас зарешает. Ну что, давай вылазь. Сукин ты сына, зашкерился.
Попробовал я прострелить это дело. Ну чё, чувак, получается у тебя там что-нибудь, нет? Так. Чё-то никого не видно, сука. Нормально. Так, слеповуха пошла. Ох, ни хрена вас тут, ублюдки. Ладно, давай. Тихо. Ты в кого стреляешь, идиот? Так, бежим дальше. Телевизионная станция заблокирована и окружена, сэр. Отлично, занять позицию на прорыв. Так, ну чё, пацаны, давай, погнали. Понеслась. Не знаю, мне всегда нравилось у американцев, такая у них броня была очень классная, не знаю, чем-то она мне нравится. Но, конечно, с оружием у них не очень-то все хорошо. С оружием, конечно, у нашей армии будет намного лучше. Так. Ну что, заходим? Сука, какие метки, а, ублюдки? На, гренку тебе, ублюдок. Выйди только мне. Так, нормально. Просто не знаю, куда-то стреляю, рандомно. Так, ну-ка. Здравствуйте, ублюдки. Так, ну нормально. Слеповуха зашла. Так. Здорово, мужик. Лежит, блин, выцеливает. Тут падла, а? О, нифига себе тут. О, чувствую, здесь будет жопа. Если тут будет попочка. Тихо. Да-да-да, тут вообще, конечно, тут столько мест для укрытия. Надо быть предельно аккуратными, мужик. Ты чё загнулся? Блин, а? На. Так, тут свой пацан. Да. Эй, тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Так. Ну где ты, падла? Ох, нифига вас там, ублюдков. Лови грену. Ай-ай-ай, больно-больно-больно. Тихо. Нормально, так он меня засадил. От души прям. Сука, падла, а, стоит, выцеливает. Упал вроде как. О, охренеть, сколько вас там. Что-то их многовато, слушайте. Тихо. Парень, убегай, убегай, чувак. Ты что, дебил? Тебе говорю, убегай. Кто там? Ой-ой-ой-ой, как больно, а. Так, у меня... Больше не осталось слеповых. А, это было глупо. Это было очень глупо. Фух, да, так просто, смотрите, не проберешься. Я говорю, раньше были игры намного сложнее. Я думаю, вы понимаете, да, сейчас, о чем я говорю? Ну, чувствуется, чувствуется все-таки. Сука, падай, ублюдок. Так. Так, нормально. Продвигаемся потихоньку. Отсюда, в принципе, можно неплохо таких повыносить. Хорошее место. Тихо. Понятненько. Понятно. Вот это, конечно, фейл. Лютый фейл. Ладно, давай еще раз попробуем. Надо быть предельно аккуратным. Да иди в жопу. Сука, ты че? Дерзкий, а? Тихо. Падла. Вот эти гренку. Да ладно, мужик, нормально, не ори. Сейчас затащим, сейчас все будет. Ой, тихо, убегай, дебил.
Сука, еще блочит меня, а? Что за деградант? Аутист. Сколько здесь террористов, а? Сколько террористов, а? Охренеть. Куча мала просто. Умри, падла. Так, ладно. Патроны... Ох ты, сукин ты сын, а вот это было неприятно. Это было очень больно и неприятно. Сука, как вы меня достали с этими гранатами, ублюдки? Так, там свой чувак. Да какого хрена? Капец. Вообще, слушайте, такой хардкор. Охренеть, мы никак не можем прорваться. Сукины дети, а. Понятно. Дерьмо, а. На. Сука, ты умрешь? Нет, сегодня уже. Сукин ты сын. Идите в жопу. Иди в жопу, я тебе говорю. Так. Так, вроде как готов. Ага, вижу. Давай, высовывайся. Ублюдок. Готов. Пацан, живи. Нормально все, живи. Тихо, тихо, тихо. Да, сука, а. Чувак, ты что так, не поставляйся? Так, готов. Ага, минус. На, лови гренку. Так, может сюда прорваться? Слушайте! Да! Тихо! Ни хрена себе! Так. Ладно, чтоб сейчас... Вот, нормально. Тихо! Ай-ай-ай, больно, 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 больно. Чувак, не пугай меня так. Да сука! Пуляет он, там сидит. Да вы что, гоните что ли, ублюдки? Охренеть. Это жесть. Куда ты бежишь? Дебилоид. Так, грены. Грены летают. Там сверху еще сидят, смотрите. Охренеть, это, конечно, жесть. Очень много террористов. Просто капец как. Ну, вроде стало поспокойнее, да? Так, ага, вижу, бежит, бежит, сукин сын. Так, чё это, чё? О! РПГшка! Не, пока РПГшка мне не нужна. Нафиг надо. Так, чё у нас тут? Тут всё заперто, я так понял, да? Да. Фух. Интересно, прострелы тут работает, нет? Все чисто! Наверх! Хм. Алясад должен быть на втором этаже! Так, ладно. Прорываемся. Еле как вообще, ребят, еле как. С боем. Очень хардкорно. А если поставить уровень еще выше, я думаю, там вообще будет лютая жесть. Так, где я? Проход-то, мужики. Пацаны, покажите. Куда пройти? Так, ага, вижу. Ну чё, пацаны, готовы? Давай, заходим. А вот и наши парни! Так точно! Так точно! На танках? Хорош. Не стрелять! Это свои! Вы чё пугаете меня? Хорошо! Десантники, заходим! Всем быть на чеку! Лара? Это девушка, что ли? Или это парень? Не, вроде мужик какой-то. Лара. Так, обыскать телестанцию и найти... Угу, это нужно будет найти этого ублюдка. Так, смотрите, есть СВДшка. Давайте постреляем немножко. Кто там, сука, выцеливает опять? Куда? А, вижу, вижу, вижу. Сука, лежать. Лежать, говорю.
Так, ну смотрите, нормально, СВД работает. Неплохо, сука. Лежать, ублюдки. Минус. Как он хорошо вылетел-то, а? Блин, патронов мало? На самом деле это плохо. Так. Все, патроны закончились. Так, где там? Калашик мой. Так, берем калаш и идем. Идем штурмовать это дело. Давай, пацаны, заходим. Фух, так. Так, я так понял, нам сюда. Да, пацаны, нифига у вас там. Ладно, пойдем. Как тихо, а? Это очень странно. Так, давай, пацаны, открывай уже. Открывай это дерьмо. Давай, 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 давай. Кажется, он здесь. Я его слышу. Да ладно. Серьезно? Вот это спецназ, конечно. Красава. Так, и чё? Чё-то здесь нихрена нет, по-моему. Чисто! Чисто! В комнате чисто. Тут снимали новость, что ли? В эфир пущена запись. Она поставлена на повтор. Да. 1-0 в пользу военной разведки. Да. Выключите это дерьмо. Вас понял. Это, конечно, подстава. Редактор говорит Красный Волк. На телестанции чисто. Аль-Асада нет. Передача шла в записи. Прием. Вас понял, центр. Конец связи. Десантники. Че за рыбчинка играет? Какого хрена? У нас новое задание. Че это было, я так и не понял, какая-то рыбчинка заиграла. Ну, нормальная такая, нормальная рыбчинка, мне понравилась. Неплохо. Сегодня после ожесточенного боя силы марта... Так, у нас уже начинается, смотрите, новая миссия. Сейчас-то посмотрим. Начало. Ага, смотрите, мы уже сами в городе. Неплохо, неплохо. Ну что, давайте сделаем здесь небольшой перерывчик и продолжим с вами в следующей серии. Мы с вами продолжаем ностальгировать. Ностальгировать, да, очень классное слово. И продолжим тогда в следующий раз, ребятушки. Всем спасибо за внимание, мы с вами услышимся в следующий раз. Всем пока.